Ну, до этого, наверное, нужны были. Вот сейчас же у вас спецкресло. Мы, кстати, спецкресло вам сделали. И спасибо. У вас, да, у вас же спецкресло в Думе. Понятно, что вы стали человеком из политики, с телевизора. Вы летаете там на private jet'ах или там бизнес-классов. А раньше, когда вы были простым, скромным чемпионом мира, вы как вообще обходились? Я точно так же летал бизнес-классом. Так. Это сугубо, как бы сказать, не имиджевая проблема, ага. А бизнес-класс или обычный. С точки зрения, наверное, популярности и известности, это определенное удобство, чтобы тебя меньше... Доставали. Ну, такое слово, доставали. Я не люблю говорить о тех, кто подходит там за автографом или сфотографироваться, но все же это беспокойство. И это удобство для ног. У меня физиология такая, что мне очень трудно, особенно если далеко лететь эконом-классом из-за нехватки места просто. Ну, вы когда-нибудь летали эконом-классом? Конечно. Когда последний раз? Такое время было. Нет, почему? Ну, я бываю там, есть компании в Европе. В Европе вообще не отсутствует понятие бизнес-класса. И... Ну, там бизнес-класс просто среднее место. Там все делают, одинаково, да. И ты летишь, ручки, вот все. Так. Но это, слава богу, умещается там в час какой-то, там, полтора максимум. Поэтому приходится терпеть. А частный самолет не можете себе позволить? Нет, конечно. Ну, с чего? Опять из соображений репутации будут говорить там. Нет, депутат, из соображений, во-первых, это не нужно. И мне просто не по силам. В финансовом отношении. Наверное, это заблуждение, что пускай даже и чемпион мира по боксу может себе... Я не знаю чемпиона мира по боксу, имеющего собственный самолет. Ни одного. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».